Трудности служения, сложности в работе, в учебе, в личной жизни. Это то, что может прийти в жизнь любого верующего человека. Но есть Бог, который способен вывести из всех этих проблем. Бог приходит туда, где Его ждут и взывают к Нему. И именно поэтому я хочу пригласить тебя на ежегодную молодежную конференцию «Кто, если не я?». Это то время, где молодые люди наполняются Божьим Словом, Его присутствием и изменениями на всю жизнь. Молодежная конференция «Кто, если не я?» будет проходить с 31 марта по 2 апреля в здании Христианской Церкви Победа по адресу улица Малинская, 16. Открытие конференции пройдет 31 марта, четверг в 19:00. Вся конференция абсолютно бесплатная, но для того, чтобы мы знали о твоем присутствии на конференции, мы просим тебя зарегистрироваться по ссылке, которую ты видишь в описании, а также по номеру телефона, который ты видишь на экране и на наших страничках в социальных сетях, ВКонтакте и в Фейсбуке. Мы ждем тебя!